цені латышський синесе рози. Відварц вай барбарисмс. Лабрит, дорогие клаусейтай. Лабрит. Прежде мы говорили о забавных видах спорта, образованных с помощью окончаний шана и шанас. Например, кабачу аболу ясмерешена. Интуитивно я понимаю, что имеется в виду втюхивание кабачков и яблок. Ясмерет – это, наверное, разговорный язык, так? Я ясмерет варгалтку недаригу вайту кайр пардауц. Поскольку в прошлом выпуске встречали слова «педере», «ацпере», «пружина» и «гайсене» – пневматическая винтовка, то поступил вопрос, как часто в латышском употребляются подобные слова. «Педере» – это диалектизм, «апфидварц». Так пружину называют только в некоторых областях. «Гайсене» – жаргонизм. Пнейматыска, гайса шаутене, или специфическая лексика некоторых социальных групп. Надо сказать, что в латышской среде такие слова встречаются нередко. Если вы их слышали, то это верный показатель того, что вы в этой среде находитесь. Кстати, при ближайшем рассмотрении можно выяснить, что «педере» произошло от немецкого «федер» – «пружина». При желании его можно было бы отнести и к варваризмам. А варваризм – это слово или оборот речи из чужого языка, нарушающее чистоту речи, нежелательное в литературном языке. Напрашивается вопрос, если грань между разными слоями лексики такая тонкая, может лучше диалектизмы, варваризмы и жаргон вообще не использовать? Ну почему нет? Мы ведь часто общаемся со знакомыми людьми, и там эти слова к месту. А в литературных текстах нет. Достаточно различать ситуации неформального и формального общения и использовать уместную лексику. А слово «плинте» из выражения «мест плинте крумос» тоже используется? Я его как-то раньше не слышала. Tas ir novecojis apvidvārds, tāpēc to var dzirdēt tikai šajā teicienā. Ustariel, jāsna. Tagad mēs varam pajautāt vidusskolēnam Edgaram, kurus apvidvārdus viņš ir dzirdējis. Labrīt! Dardadže, eta raduga, varavīkšne. Knifs, nahotka ili ulovka, veikls gājiens, atradums. Ķobis, galava, galva. Ķeblis, beņķis, stul, krēsls. Taša, to esi sumka, soma. Bukte, skladka, ielodze. Lampa, čamma, Uvaļiņ, neveikls cilvēks, tūļa. Čammāties vai zica, vilcināties, tūļāties. Vasarā aktuālie vārdi. Tupenis, kartupelis, kartoška. Ķocis, karzina, gros. Krēķi, maļiņkie slivi. Lūmes, stiķenes, kržovņik, ērkšķogas, šmorēt, tušiķ, apcept, sautēt. Да, эти слова актуальны не только летом. Кстати, есть ли в латышском слово, обозначающее заготовки на зиму? Я бы назвала это все краюми, айсгац, лауку лабуми. Иначе говоря, запасы. Kādam ir liels krājumu blātis, u kavota baļšoja kaļīčistava zapasav. Citam knaps, u drugo maļiņkī. Liels blātis, liels daudzums, kaudze. Knaps, trūcīgs, neliels, mas, niecīgs. Esmu dzirdējusi tikai knapi, jeli, jeli. Tie man ir jauni vārdi, paldies. Lūdzu. Ceru, ka arī klausītājiem tie būs noderīgi. Es arī. Na etam mu prašājums es vami, daragie slušatīļi, uzredzēšanos. 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 Paldies par uzmanību. Pacini latišskai sinese rozi.